уроженец города Алматы, проживаю в данное время в Москве. Судимо, не судимо? Правильно. Никак нет, не судим. Работаете ранее, официально? Не судим, официально работаю. Где работаете? Строительная компания «Росгород». Название строительной компании не надо. А за что сейчас задержаны сотрудниками полиции, понимаете? Да, задержан за по подозрению по торговле людьми. Полностью разверните в ту сторону. В обратно. И обратно в камеру. Обратно. Ровно стойте. Москву давно приехали? 2 года назад. Сейчас проживаете где? В Москве. Работаете где-нибудь официально? Официально нет. Учитесь? Вы студентка? Да. Судимо, не судимо ранее? Нет. Наркотические вещества не употребляете? Сейчас понимаете, за что задержаны сотрудниками полиции? Да, понимаю. За что? Продавала идеи обеспеченному мужчине. Разверните полностью в ту сторону. Обратную полностью. В ту сторону разверните. И обратно в камеру.